С какого дня составлять меню? Есть вариант составлять с понедельника, но мы привыкли жить, начинать новую с понедельника, но на самом деле удобно составлять меню с субботы. Почему? Потому что, как правило, у нас будние дни более определенные. Мы знаем, что мы делаем там в понедельник, вторник, в среду, школа, садик, работа и так далее. А выходные, тут вносится много неопределенности. И, как правило, в понедельник, когда мы составляем меню, ну или в воскресенье, мы без понятия, что мы будем делать на выходных. Редко бывает, что мы прям точно предугадаем будущее. Но зато в пятницу, если мы составляем меню, то мы, скорее всего, знаем, что мы делаем в субботу, правильно? Мы пойдем в гости, к нам придут в гости, мы куда-то поедем или будем сидеть дома. Поэтому меню удобно составлять, начиная с субботы. В пятницу вечером, например, сесть, составить меню, начиная с субботы. Еще почему удобно выходные дни? Потому что покупки, вы будете делать покупки раз в неделю, колоссально сокращая свое время на том, чтобы каждый день ходить в магазин, стоять в очереди, выбирать продукты и так далее. Мы все-таки женщины, мы не лошади, нам совершенно не обязательно самим носить эти тяжелые сумки. Мы можем попросить, например, мужа, если есть такая возможность, помочь нам там на машине привезти в магазин, помочь сумками. Мужья наши, как правило, свободны в субботу, в воскресенье, готовы помочь, в остальные дни не на работе. Поэтому если у вас так в семье, то вы как раз можете привлечь мужей, привлечь каких-то других помощников для того, чтобы вам помогли выходные. Тоже поэтому начинаем меню в субботу.